Солнечные ралли по Австралии. В Дарвине стартовали гонки World Solar Challenge, на электромобилях, для участников которых главное – безоблачное небо. Ведь для питания двигателей и подзарядки аккумуляторов используются только солнечные батареи. Автомобили сконструированы студентами-инженерами из Японии, Швеции, Польши, Канады, всего из 30 стран. Лидером первого дня соревнований стала нидерландская команда. Мы просто счастливы, мы безумно рады нашему результату. Правда, немного удивлены, что нам удалось выступить настолько хорошо. Сегодня мы постараемся просто сосредоточиться и показать, на что способны. Надеемся, и дальше все будет замечательно. 40 команд постараются преодолеть дистанцию в 3000 километров и в течение недели добраться до Аделаиды в Южной Австралии. По правилам, пилоты останавливаются каждый день с 5 часов вечера до 8 утра. Автомобили будущего едут по обычным дорогам, на радость местным жителям.